Одесский военно-исторический музей отпраздновал 50-летие. В его экспозиции представлены предметы, рассказывающие о военных событиях, начиная со времен Киевской Руси. Особое внимание здесь уделено Великой Отечественной, афганскому конфликту и новой истории бойцам АТО. Большая часть экспонатов – это подарки самих военных разных поколений. Нам привозили очень много вот эти осколки, которые вы видите здесь, бронежилеты, кикиморы, маскировочные сетки и так далее.